вторник, правильно? Жду твоего звонка. Космос. Тебе уже пора в это, в баню, в душ. Тебе, у нас у подписчика у одного день рождения, ребята сегодня утром выпивали. Вот, мы тебе там оставили грамм 200. У подписчика, у ежика, Днюха, он передал гостинец. Понял, да? А? Связаться можешь? С ним, ну я это, я просто хочу снять тебя, можешь передать ему что-нибудь. Блин, братка, я не знаю просто, как его натурально... Ёжик, не надо его имени, ёжик, по имени ёжик величать. Я скажу, раз ёжик, значит ёжик. Я скажу одно, брат, дай Бог тебе здоровья. На тебе. Всего-всего лучшего. Чтобы ты никогда не расстраивался о тех днях, которые тобой были прожиты. Все благ тебе, удачи. И много-много лет жизни. Точнее, не много-много лет, а сколько захочется. Ты чё, как? Нормалек. На букву Х не подумайте, что хорошо, да? Сказать? Да. В эфир? Да. Нет. Сань, да. Я в эфир не говорю. Я понял. Я тебе говорю, брат. Не знаю, я такой человек ревизор, ты клянусь. Верный, преданный. Люди помогают. Почему не знаю, там, ну ты каюсь, самый каюсь. Искренний. Грехи, или... грехи замаливаю. А, ты? Может быть, но это не главное. А ты? А кем ты говоришь? Подождите, брат. С деревом с ним говоришь. Нет, с братом. Ну это, стакаш к тебе купить? Да. Не надо? Там просто шарик, неудобно. Я жду. Похую тебе, да? С днем рождения, Ёрик. Всех благ тебе, удачи. И дай Бог тебе здоровья. И самое главное, чтобы ты не раскаивался о прожитых годах. Ну да. Как я. И как я. А можешь, я тебе могу сказать, ты прожили так, чтобы не было мучительно больно, даже бесцельно прожить год. Да, с днем рождения, Ёжик. Вот ну, это Димарик, ну, Димарик. А что у тебя штаны расстегнуты? Блин, не могу, я пугался не могу. Найти, ну да. Какую-нибудь проволочку завяжи. Я знаю. Да, брюки нормальные, да? А? Брюки? Нормальные. А? Врачи. Стиляга, да? Стиляга, да. Как вы думаете? А куда это Саша Волгоградский делся? Тут уже отработали рюкзак у меня. У тебя? Да, у меня. Я не знаю, кто. Ну, с кем мы пили, ну, я не знаю. А ты уснул, что ли? А? Уснул? Ну, уснул. Где мы были, ты знаешь, ты приходил уже. Ну. Потом пошли в переход. Переход. Ага. Переход пришли. Я там как грень, ну я же пьяный, у меня душа нараспашку. Все, я всех люблю и все такое. Ну и все, что, оставь, я что пойму, то ли скажу там, сделаю. Ширинку-то молнию застегни. Да блин, ну как мне молнию? Не работаешь? Не, молния работает.
пацан, я не хуй, я не знаю, не помогает никакой вообще. Кусок проволоки найди какой-нибудь, завяжи вместо пуговицы. Это Тамагочи. Тамагочи. Все, вот он путем. Если я все, я тебе помню. Я Валер, иду в жопу, показывай. Приходили, снимали штаны и жопу показывали. А что, покажи жопу. Нахуй надо вообще. Слабо, что ли? Не? Да. Жопу покажи. Слабо? Покажи слабо, конечно, слабо. Конечно, слабо. Это все правильно. Провокаторы, блин. Смотри, жопа ходящая, показала. Провокаторы. Шутники. А провокаторы, бля, если я был провокатором. Жопа. Как в тюрьме говорят, космос. Провокатор. Хуже. Хуже пидорас. Ну. Ты не выиграл никак. Помнишь, как никак. Они не высказал бы. Они идешь, как бы, помнишь? Где судьба связала? Мужика в хату закинули. Ну что, братух, за что сидишь? Я, говорит, за полу сижу. Все такие, да, все такие. Что за хуйня? Что за полу, блядь? Пролетик, поясни, что такое заполло. Он в базар нет. Берет, блядь, Фаныч. Настал, насрал. В карнах добыт. Мусор в карнах называет, по-моему, ебло эту хуйню. Мау, нахуй. Что такое? Чё? Нормально, если чё, что? Вечу надо, ну. Да. Ну, давай даже с чего? Космос. Он его, вау. Открывается. Тормоза. Дверь открывается. А хули он старый, хуярый. Они ему, ну, хоть изволь, подвинь, а остальные сейчас пизды получат. Вот, приехал к нам гость. Долгожданный. Валерчик. Три Валеры. Я охуеваю. Куда от вас деваться? Валера — это сила. Три Валеры — это ладно. А вчера, как этого зовут в синем костюме-то? В синем пиджаке, как его зовут? Департамент. Наэр. Рамиль. Вчера было два Рамиля. Ебать, это как два Рамиля, блядь? Да. Один подходит — Рамиль, второй — Рамиль. Да ну нахуй. Рамиль — это уже, блядь, это жестоко. Ладно, Валера. А вот этого паренька не знаешь, что? Опа, нихуя, Димон. Дима. Один Дима у нас. А, нет, был еще этот Дима, как его? Мордвин Дима. Где он сейчас сидит, наверное? Может быть. Вот Димон, бля, вот. Бля, ширинку закройте, ебать. Так и не нашел проволоку. Оп! Как он? Всегда, я думаю. А так можно скачать. А может быть по-другому. А можем скачать. Мало бога бахил. Ну, ты сейчас куда? Куда на работу? Бля, мне завтра помой. Куда? Договариваться завтра. А, договариваться?
Бульбаш уехал, Саня, он тебе не звонил? Уехал. Ну, бля, как это, блядь, телефоны, блядь, меняется, как, блядь, хуй пойми, блядь, чё. С Волком уехал в Подмосковье к пацану там, и, короче, там они живут. Чё они там делают, я вообще не понимаю. С Волком? Да. Ксюха сбежала от них. Да я вот недавно видел то, что видел. Ну да, на Новослободке она. А что мне надо смотреть на меня? Я тебе что, доллар, что ли? Давай, я вот так все. Так, видишь? Ну, расскажи что-нибудь, Валер. Невесту не нашел себе в Туле? Ты не видал? Без невест. Без невест? Без невест. Я в я бываю каждый день. Я бываю каждый день. Это траву все нужно косить, бля. Ну, ты? Да, серьезно. Я косил. Три, бля. Сломался. Сломался или ты его сломал? Прямо. Да не. Пополам сломался? Я не диверсант. Косил, ну. Ребят, дорывали чуть-чуть, я не знаю, подкинули, ну, косил. Косил, короче, и потом хуяк. Нет, серьезно, я бомжа, бомжа. А там что сейчас? На базе сижу. На базе там Аслан, Бульбаш, Санек. Ну, другой. Они сейчас там спят? Не спят, они там бухают. Там как раз вот этот Рамиль. Один. Еще подписчик сегодня приехал, Алтынбек. Представляешь? Алтынбек. Да. Алтынбек это, блядь. Алтынбек это золото. С Бишкека приехал. Алтынбек. Да, да. Именно, чтобы нас увидеть. Не то, что там по работе приехал, а именно купил билет, чтобы приехать на совок. Прикинь. Ну, посмотрел, наверное. Там сидит с ними. Девятку Балтику херачит. Нормально. Ну такой, при деньгах. Анна Аслана говорит, давайте я вам на троих, на четверых хату сниму. Это на определенный промежуток времени. На месяц, допустим. И там на пару недель. Что там, Вика? Ну ничего, она с этим. Леша, Миша. А, живет с мужиком, да? Да. С Мишей живет. Да ебать, я говорю, блядь. Ну, который лицо, тот же, который ее пиздит? Или другой? Не, не. Другой? Нормально, мужик. Нормально, мужичок. Типа есть? Вот это туча. Сегодня что-то должно быть, блядь. Чего надо? Что ты себе не можешь штаны? Я думал, они у тебя нормальные, они не тут у тебя зашиты. Должно быть? Маньяк, блядь. Да, а Леха где сейчас? Это лучше, чем я ходил. Быча? В говно дома пьяный. Я с утра их тут напохмелял. У подписчика сегодня день рождения у одного. Он передал 3 пузыря. Они тут по-своему еще наколдырились. Еще я 3 пузыря принес. Так он никуда не съебывался? Он здесь, да? А куда он должен съебаться? Бля, ну что-то там было. Ну хату продадут и куда-нибудь его отправят. Куда его отправят, я не знаю. Максимум сказали 1 000 000 тебе дадим. Когда давали 3,5, он мало. Теперь уже 1 000 000. Потом вообще без ничего останется. Алис Суган. Дурачок.
только сейчас увидим. Спать хочешь? А ты сегодня приехал? Да. На машине? На автобусе? На электроне. Стулы? Нет, стул я приехал позавчера. На машине? На электроне. На электроне тоже? Да. А что они тебя на машине не катают? Не катают. Время 5 часов. Херово тебе, Марусь. От чего? Похмельный синдром? Что с тобой случилось? Не знаешь? Где ты? На автобусе каталась? На автобусе каталась? У меня есть на банку пиво. Пиво тебя спасет? Будешь пиво? Сейчас куплю. Подожди, пожалуйста. Все, я банку пива ей куплю. Так, Пивандер, крепкий, мотор, да? Мотор и охота. А, охота. А есть эта банка маленькая? Что? Охота. Баночка есть 77 рублей. 77 рублей, пожалуйста. Многовато будет. Дождик, заодно искупаешься. В душ не хотите ходить, чтоб на вас ливень обрушился. Идите в баню. Вот тебе надо в баню. Космос выпивал водочки, ты сама похмелись. Че, где ты пропадаешь, где ты ночуешь вообще? Я тебе вчера на Китай-городе играла. На Китай-городе? А? Ты ел. Не понял? Ел. Где я ел? Ты ел просто там. Сидел и ел. Нашел человека, блин, зажигалку тебе спросил. Ты ему дал путь курить. Он а ушел. Ты меня видела, что ли? Да. А. Я не стал подходить. Я там с ребятами познакомился, тоже обещал к ним съездить. Надо как-то съездить. Возле церкви я там сидят. Я аппетита не стал тебе портить. Я понял. Нет, серьезно, блядь. Ночью это было. Я думаю. А, ночью это, наверное, с тобой когда были. В пятницу, да? Или вчера, или позавчера. Позавчера? Да. Точно. Ну давай, с Богом.